веки жить не могу. А чтобы она долго служила, за ней ухаживать нужно. Что, Тиш, на музыке катаешься? Да, а что? У тебя столько классной техники. А можно я на чем-нибудь прокачусь? Ну, не знаю, пойдем что-то посмотрим. Может, как раз что-то подойдет. На чем ты хотела бы покататься? Не знаю. Велик ты мне точно поломаешь, он детский. Экскаватор слишком маленький для тебя. В тракторе очень маленькое сиденье. В машине колени в руль будут упираться. Ты мне что, ни на чем не дашь прокатиться? А может, квадрик подойдет? Ну, он, конечно, маленький, но попробуй. Ну да, можно попробовать. Более-менее для меня и своего транспорта. Только смотри, не поломай мне его. Ну, конечно, Диш, он будет в целости и сохранности. Только ты понял? Смотри, мне не сломай. Да, Диш, конечно. Я разбил Тишин любимый квадрик. Даня, ты что натворил? Даня, ты сломал мой любимый квадрик. Тиш, не переживай, пожалуйста, я обязательно что-нибудь придумаю. Давай, хочешь тебе новый квадрик закажем? Даже не знаю, я его так любил. Я ж тебя просил, не разбей его. Вот, Даня. Да не переживай, извини, пожалуйста, я честное слово, я нечаянно, я не хотел. Давай что-нибудь придумаем сейчас. Пойдем в дом. Пойдем. Тише, может, этот по трассе гонять круто? А может, вот такой смотри? Мой лучше был. Смотри, а вот этот может? Смотри, как круто будет по болоту, по снегу, а? Ничего тебе не подходит. Давай вот это. Ты расцветка крутая. Мне нравится. О, а может вот этот, смотри какой. Не-а, мой все равно лучше был. Да что ж такое-то, а ну. О, а давай вот это. Смотри какой крутой. Да, давай, крутой. Все, заказываем. С доставкой на дом. А мы пока подождем. Поиграемся чем-нибудь, да? Да. Я попробую запустить военную машину. Крутую. Попалась. И поехал. И попалась. Поехали. Да. Mm-hmm.
Доставка на дом. Наберите, пожалуйста, вашу посылку. Ты слышал? Квадрик твой приехал. Как так быстро? Да какая разница? Пойдем посмотрим. Пойдем! Ты посмотри, какой он крутой. Он намного круче, чем тот. Спасибо, что заказал мне. Ты посмотри, какие шипы у него. Да. Вау, резина крутая. Это 110-кубовый. Практически как у меня по мощности. А у тебя какая мощность? Мощность моего квадроцикла 125 кубов. А у тебя всего лишь на 15 кубов меньше. Вау, я всегда мечтал про такой квадрик. Вот это он у тебя, конечно, крутой. Ладно, давай поедем прокатимся, хорошо? Пойдем. Я на своем, ты на своем. Да. Погнали. Так, снимаем заглушку. Так. Так, быстрее давай, я нравится. Если он тоже тебе нравится, и ты хотел бы покататься на нем или вообще покататься на квадрике, тогда обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал. Всем пока! Пока, ребят! А мы поехали в Сахалку. Ребята, подпишитесь на мой канал!